через бассейн. Серёж, мы пройдем до них и встретим там этого гипера. Через что? А, бассейн, хренсена. Ну я же на центр чите боятся. Ленка, не через что. Сейчас ты андокни сначала. Я уже андокнулся, блин, опять андокаюсь. Смотри, тебя насут первый раз, потом делаешь добавить waypoint, ну, точку. Что он, кстати, там делает этот гипер? Правда? Он летает. Просто через гиты туда-сюда бегает. Что-то не так. Я знаю, что это не так, поэтому я его и хочу. 10. Правда логично? Хорошо, классно. Выставился, короче, на дест уже, стою в разгоне. Варпай на астабих. Я не палюсь перед гитом просто. Ну просто там уже люди спалились, они варпнули. Да. Серега. А за так ли? Давай. Поинт есть? Божди. Так, хорошо. Куда ты? А есть у нас кто-то с поинтом? Проходите в астабих. Кто с поинтом, пройдите в астабих. Я знаю, есть люди такие. Нет? Ну ладно. Мантикора, Эбловская вышла к нам и теперь обратно втапливает гайку. Замечательно, замечательно. Хорошо. Так, поинт на гипере. Ну. Скольки ты от него? В 30. У него саспект спадает, я, наверное, да? Я вот это не пойму. Что ж, ладно, белый. Гипер... А, он уже белый, да? А, ну тогда прекрасно, прекрасно. Просто замечательно. Антик, ты успел сагриться? Ну, судя по тому, что центры не бьют, значит успел. Он же сейчас провалится. Я знаю. Печаль, беда. Не надо его бомпать, не надо. Он тебя залыл. Я не буду. Что? Говорю, я первый агриться не буду. Подожди, Нео, да. Можно? Говори. Если мы пойдем вам навстречу, с тебя нас туда, через бассейн, норм? Я как раз хотел, чтобы мы в бассейне встретились. Okay. Зайди пока, чекни, что в бассейне. А, ой. Да, в бассейне. Угу. Лети к нам навстречу. А, Се, включи МВД, втопи в инсту. Если что, ты провалишься, у него альфы нет. Добро. Окей. Правда, не вижу смысла в инсту втапливать, ну ладно. А я
вижу. Вообще Сиа. Сиа, там Хаи. Он тебя залочил. Ну, залочил, не согрелся. Значит, взаимодействия-то нет. Ну, вот именно. Так, Антик, убери. Убери дронов. И да, и сетки с него убери. Он никуда не убежит. Он и не собирается. Валер, хорошее название у Вексера. Валера, в браткасте планеты варпаешь вообще пустой. Стоп, он не пустой. Еще да, раз. А в браткасте планета варпаешь на нее в 50 и вытапливаешь на солнце, на ЭВД. Он не качается. В браткасте. Он не пустой. Там есть пару тело. Почему? Есть бластеры. Все нормально. Есть бластеры, но сам он ну. Даже актив танк свой не включил. Смарты. Уже. Да нет, бластера у него на борту. Он склочился? Нет, нет. Так, Антик, орбиту держи. Смотри, чтобы... Далеко при... Где-то 30-40 вот так вот. Он не достанет, если что, вытопишь. Валера, без пруп-мода на гейт BMNR топишь в браткасте. Чекаешь подскан, если что-то появится на подскане лишнее, сразу сообщи, я хочу как раз вот в BMNR взглянуть. Нео, в... Ты на суде было? Ой, в бассейне было что-то интересное? Или ты еще не долетел? Покал 3, подскан чистый права. Хорошо. А, Бром, идем тебе клан. Сколько до... Он со мной в бассейне. А, уже, хорошо, хорошо. Стыгал, если неправильно произнес твой ник, извини. Подожди нас, не варпай. То есть, как бы, я повторю, хотя не слили раньше времени. Ну, давайте, сумонтись. Ну, а ты на чем? Я на хрени какой-то. А разве это хрень, на самом деле? Привет, Анг. Я не знаю, что мне здесь. Здорово, что он разорвался после ножа. Да, ну я покажу. Так, это что за хрень? Wi-Fi на EDL. Угу. Нет, это не их. Не их. Окей, дал. А в арфе был Селестис. Это наш. Ясно. Подожди, это не... Это как гал. Вы, разные системы? Это гал. Гипер, как ник? Ламберто Арнолес. Это те ребята, которых мы очень-очень долго пилили. О, дронов запустил. Агресса, что ли, собрался? Ну и да, где-то помощь на подходе. Да, наверное. Ну и вдвое. Я от него оттоплю. Нет, нет. Ты провалишься, если он сагрится. Так, есть домик и штар. Но... Да, домик и штар на подскане в системе Агидалт. Сейчас чекаю, где.
Хорошо. Валера, разгон на гейт Арнола. Будешь варпать на оптимал и выкидывай дронов. Мантикора так. Появилась возле антик. Да. Антик, вытопи от мантикоры, в лок ее возьми. Так, а... Двое, блин. Хорошо, проваливайся. А мантикора праймари? На подходе, ребят, подождите. Хорошо. Умирать. Ага, на гипере. Поинт. Побежал я на гипер. Орбита. Мымра. Какая печаль. Ой, Дездери Хитман 47-47. На яйке. Да, точно. Так, гиперпраймари, убиваем гипер пока что. Чё такое колыгайки, бро, ты увидишь сейчас, когда подварпаешь? Ага, даже так, ну ладно. Что ж. Так, со стороны кинобалы... Алайн-браткасти. Со стороны кинобалы у них помощи нет, здесь локал трое. Хорошо. Это что такое? Да, я тоже думал. Где? Мура. Иштар в лог. Антик, ты ушел? Нет? Я что-то потерялся. Вы в Астабихе? Да. Что можно варпать? Можно на гейт прям. Только не в ноль, соответственно. А? Соответственно, не в ноль. А на гейт. А, Арнул. Все, понял. Хорошо, так. Хорошо, Мымра Праймари. Побьем Мымру пока что. Я переварпываю. Хорошо. Тенга на подкане. Тенга своя. Угу. Это свой Китай. Ну, ты во сколько от них? Я в 60 от них. Хоть держать, скажи. А, держи гипер пока что. Мымра праймари, соответственно. Гипер, у нас тебе смысл держать. А, вот именно. Вдруг Иштар согрится. Так. А вы в какой системе сейчас? Остабик. А, так, убиваем Мымру. Мымру пока что пилим. Ребята, отканите. Ага. Откачивается, трындец. Да пусть откачивается. Не вечно. На подходе. Вот тем более. Можно нас снова реварпнуть. Можно на вызов. Дрон, ты вновь? А, хорошо. Замечательно, как раз выйдешь. Смотрите, локал будет. Почему, по центрями, что ли? Да, скорее всего. Ушел. Мымру. Ах, бросили Мымру умирать. Гипер на подскане. А, он отварпал? Да, он отварпал, да. Не вообще. Походу, все, Мымру приехала. Чё-то дамаг слабенький. Да у нас дамага-то нет. Ну ладно. Нет, меня что-то... А, может закрыта дырочка. Хотя... Так, гипер на подскане пока что. Шок. Явику. Блин, ушло только что. Раз, я даже успел залочить. Хорошо, почему? Втопи гиперу. А, да. А он в нуле. Чё, да, ладно, стороны. Вдруг сагрит. Да, втопи пока что. Вон 100. А с этой стороны я его затаклю. Мне провалиться сразу, не? Да, сразу проваливайся. Погоди, у меня еще агра. Залочил. Если он сагрится, это ему же будет хуже. Ну, он в соспекте вообще-то. Ну,
Да пусть гипер пока что праймари. Гипер праймари. Ох, вывалился. Блин, я не успеваю, у меня еще игра еще 8 секунд. Сейчас а, не проваливайся, не проваливайся. Почему? Потому что он отварпает 7 секунд. Да почему? Я попробую, я попробую секунду. Давай. Ты тут трясас как-то. Сразу действительно успел, какого хрена? Хорошо. Врег в родкасте. На него натопили, на него на врег натопили. Может, с нее. Он ушел на гайку. Он ушел на гайку у Анзим. А, круто. Хлоу. Да, да, да. Секунду. Флот онлайн на гитхабе, онлайн в родкасте. Хрен он, на станку ушел. Он ушел? Нет, я не понял. Он же не доварпать мог еще. Секунду, жду. Ну, я из хета сейчас вылетаю, мне куда лучше лететь? А батарейки у него кончили. Там все чисто было по пути, кстати. Мы в сторону бассейна полетим через кинобаналу. Так. Раз, куда варпать? Ты сейчас стримишь? Нет, пока что да. Алай на кхабе. Алай на кхабе. Стримлю. Ясно. Так. Задержка 5 минут. Так, подожди. Ребят, чек. Простите, пожалуйста. Да. Система Уанзин, у Гита, Дрейк и Пантера. Дрейк и Пантера в инсте Арнола, система Уанзин. Цвет? Белый. Белый, но вдруг разведутся Пантера же. Хорошо, флот, варпаем на гитхабе. Время будет перезарядить рек? Да. Сейчас варпаем на гитхабе, ты перезаряжай репку пока. Пантера ушла, пришла Тунга. Хорошо, локал какой? Локал 4. Дрейк до сих пор стоит в инсте. Прекрасно, просто замечательно, чудесно, превосходно. Еще много всяких прилагательных. Вы поняли. Да, Валера, да. Поэтому мы будем разводить на агру. Флот. Не проходим. Пока один Дрейк в инсте, хайовый. От него уйти, снял? Да, не надо. Я в орбите. Хорошо, орбите, по-моему, был... Хотя... Ну, с той стороны все скорее Пантер, сейчас выберусь, гляну. Жалко, батарейки не выпали. Ничего тебе залутать-то, да? Ничего. Веселое начало. Чего нечего залутать? 500 пласты. Бля, как знал, что надо было лутать. Все вульф, блин. Да. Паста на 9 лям. Тихо. Ты сказал, что орбить... А, ты вышел, да? Точно. Я вышел. С этой стороны все чисто, но на подскане Гиперион и Штар, Фантазм, Гнозис. Как-то так. Ну там крабская система, если я не ошибаюсь. Ну, это те ребята, тут 4 саспекта. А, даже так. Арнольд, с кем мы бились? Все здесь. Гипер на андоке. Хорошо. Анха, ты откуда летишь? Из Хека, да? Так, залутайте конт уже, конт, залутайте. Ну, конечно, умный человек. На мантикоре агрится по центрями. Ну, просто... ну крутой, чё, я тоже так делаю. Флот, варпаем на кинобаналу? В ноль. Что, Дрейк тебя не захотел?
Меня, ты хочешь сказать, чтобы я разводил его на... Ну мы поняли, нам все равно был не нужен этот трейк. Нет, дряка нам нужна. И даже можно его развести, в принципе. Так. Блин, я думаю, он выйдет скоро из варпа. Пацкан забыл сменить, ну ладно. Что ж. Кто это отварпал? Не знаю, кто-то отварпал. Проход. Свой проход. Ладно, ладно, ладно. Дис бродкасте, там что-то светится, флот, проходим в кинобаналу. Вообще-то один дампер это минус 50 тысяч шубы. Ты вообще о чем? Какие 50 тысяч шилды? Ты вообще о чем? Откуда ты это взял? Кому отвечаешь? Ой, сори, я не в этот чате. Мы сейчас летаем. Не в этом чате. Флот, варпаем на Удездер. Ой, пила на подскане в Удездере. И хитнул 47-47. В локале. Кстати, здесь какая-то штука около гейта непесёлая, давайте их убьем. Потому что, мне кажется, за них много дадут денег, и мы будем крутые. Нео, успокойся, успокойся. Просто не видел эту штуку. Очень много. Реально крутая штука. Когда ты ее увидишь, тебе самому захочется ее убить. Сколько там награды? Ты скажи. Линкани уже в чат. Это этот юнит, как он его? Они прямо возле гейта. А где? Вот, все увидим. Не надо, не провалить. Здесь хит, но 47-47 это тот говно, который пишет на форуме. Надо его найти и наказать. Это в какой системе? Чек. Это Аудездер. Чек. Он на Вишен на подскане, его не было на подскане, это Хитман. Куда он пойдет, я не знаю, но его надо искать, уничтожать, подать. Конечно. Ты можешь ему привет от мамонта передать, он сам свалит. Не надо никому привет, мы хотим его убить, а не напугать. И поднуть. А вон лымарь. Ну, к вам провалился, к вам походу провалился, смотрите. Да. Давайте, убивайте говнюка. Я с этой стороны подпираю гайку. Он белый. Обожди, он белый. Похеру. Он в страхе втапливает в инсту. А Антик, зачем ты сагрился от варпой? Антик! Я не говорил агриться. Он провалился. Да. Антик, здесь. Переварпай хоть через солнце. Я понимаю, что ты его хочешь. Нео, тебя сольют в центре. Отварпал на пос или на билд. Сейчас да он уже обосрался. Кстати, в Атларе что-то похоже, что кемп, да? В Атларе что-то веселое, мы туда летим, да. Ну ладно, я тогда буду вас там ждать, меня там не будет ходить. Я его хочу 5 раз. Что ж. Антик, пиши, сколько у тебя еще будет агра. Хорошо, флот, нет, если будет какая-то заруба, ты напиши, что у тебя агра, если что, хорошо. Флот, проходим в Аудездер. Ну да, саспект, это я уже говорился. Ах, а откуда их столько с другой стороны? Кого? Говорили, блин. Ты не верил, да? Какая-то элитная непись, элита.
А у нее еще и бубли в лоу? Бубли в лоу, да, чтобы все не отпарковали. Что это? Это элитная. Тарская элитная непись. Офигеть. Не, это называется Минмотар Альянс Дефенс Бригада. Так это что, это непись такая или что? Да вы на этот самый, на маячок посмотрите. Это Нео, покажи картинку, пожалуйста. Что там? Я уже вышел из системы, прости. Флот Алана и Далту. У кого под рукой криптонеты? Так, система Едалт. Эбола, один человек в локале. Глаза, все скорее, это хрен знает. Флот варпаем на Едалт. На самом деле это как это? Типа комплекс стационарный. Много, наверное, там не дают. На Айдалт варпаем. Антик, ты саспект, ты аккуратнее, это непись. Акал трое. Акал четверо. Все знают, кто это, какие-то... Акал пятеро. Круто. Я не вижу, откуда они даже заходят. Четверо локал. Иштар. На подскане Иштар. Теперь найди где. Ищу. Маймос Тенга. А, Тенга наш. А, был еще один с ней, он вышел, как ты зашел, этот бонусник. Ищу. А, мутакон, Иштар там. Ага, ушел. Ух ты, вот это буст. Так, буст локала. Какой буст? Один. Мне показалось несколько, нет? Один. Вышел. Иштар, да? Катиус подскан. Блин, тут до хрена сик, они сейчас будут. Ладно. Флот, проходим в Айдалт. Не будем охотиться за стерами. Покажу Кирилл. Арзимратона, напишите, что фиты самые обычные, стандартные, мета 0. Флот варпаем на хилд. Астера? Астера нет. А что-то поменяли, видно, количество... На ниток, да? Сколько? Что-то стало. Я вчера в национальном баре пока полетал. Я на ремонт столько там тратилось, что это какое-то бешеное количество вообще. Все, а скиллы не слетели? Нет, а чего они будут слетать? У меня скиллы такие были, такие остались. Красная астера около гайки бассейна. За ним иду, пытаюсь таклить, но козел клоч не идет. На каждого клочного есть свой пинг. А вот и нет. Значит, не судьба. Кривые руки, я понял. Нет, я говорил про пинг. Понял, это так. Читать именно как кривые руки. Ребят, я что-то говорил про кривые руки? Нет, ну ладно, пусть считает. А, флот, проходим в хелт и варпаем в ноль на бассейну. Бассейну локал трое, ничего интересного, короче. Варпаем в ноль на бассейну. Ты нас на смерть ведет? А тут, походу, кем? В Атларе. Да, надеюсь, в Атларе кемп на какой-нибудь хороший. На Гелфайвен. Да, я как раз там стою. Да? В Гелфайвен? Да, на гайке Атлар. Круто. О, у нас почти... Слушайте, ребят, у нас такой же сейчас состав, каким мы летали тогда. Только без Диктора и Кракала. Флот, проходим в бассейн. Хожу, блин.
А какой Адельульф? Ты куда вообще? А, Дель-Ульф точно, Одесса. да, Подест, я. Так, Дель-Ульф, локал 12, подскан входного гиточиста, чековую систему. Истинком. Хорошо, флот. Варпаем на Адельульф в ноль. А, да, Керрис, еще. так, чек, Керрис на подскане, проварный. Еще. Хочу Керрис, что он меня убьет. Ну, бывает. Да, точно у нас был Иштар еще четвертым. Флот, собираемся на Гете Аделуф. Не, проходим. Так, Керрис, походу, на Гете Атлар, прыгаю на Гете Атлар. Форекс на подскане появился. Никто не проходит. Вот хрен, походу, на пусе. А Корок стоит тут на гайке. А все, он вывалился. А Коракс или Керис? Коракс. Мы... Коракс на Вот. белте 6-1 в этой системе. Да он только что вышел. А, вот уже нет. Так он вышел, если он на подскане. Угу. Что при мне вышел. Значит, у меня овер глючит реально. Антик, нет. У тебя сколько еще саспект будет? Нео, выходи в Атлар и варпай на гейт Гелфайвен. В ноль. Сейчас, секунду. Флот, проходим, варпаем на гейт Атлар. Атлар. Вот ты видишь, короче. Да, я вижу. Варп на гейт Гелфайвен. Только Вентура уныла на подскане. Хорошо, есть еще гейт Ламур. Угу. А, флот. По приварпу на гейт Атлар. Проходим в Атлар и варпаем на Эламур. Собираемся на гейте Эламур в системе Атлар. Локал один. Подскан чистый. Еще. Сначала докнуть на станку, посмотрю. Систер комбат сканер проби. Понятно. Я что-то послушал, на каком гите собираемся? На гите Иламур в системе Атлар. Опоздали мы, опоздали. Так, они могли уйти в Хараку. А, это же 0-6. Мельдольф тоже стал ходить. Да. Нет, ни хера Мельдольф не ходи, пошел в Мельдольф. А, в Мельдольф как раз и надо. Это дальше будет по Десту. Ну давай Дест уже, там нули где-то рядом, по-моему. А, Дест, браткасти, кстати, нет, там пусто. Ну я вообще никого нет. Нет, есть. Смотря в каких. Вчера у дичей было все нормально.
Дичи давали или дичам давали? Дичи давали, очень даже. О, класс. Мильдольф. Акал 0. Флот, проходим в Эламур и варпаем на Мильдольф. Флот, варпаем на Мильдольф. Нур. Локал 6. Один из них минус личный. То есть могут насуманиться. Всегда добавляйте, кто может насуманиться. Дикура за нами идет. Хорошо. Пойнтю давай. Прям в варп. По-моему, она наоборот вышла, нет? Ну, уже вышла, она была. Паскан в проварке до солнца ягод, кастрюля, печаль. Хорошо. Так, флот, проходим Мильдольф и варпаем на Энор. Энор, да. Ягу нашел, могу варпануть, но, блин, вам нужна яга. На тебя сбреет. Вот именно. Вот и узнаем. Давай. Давай. Давай, кстати, давай. Жги. Я, блин. Ставлю на ягу. Ты молодец. Флот, варпаем на гейт Энур. Сейчас мы подварпаем, и ты будешь таклить ягу, хорошо? Ага. Яга с дизом летает, прикинь. Двумя ШБ. Она отварпала сразу там, за ней, короче, сухари посыпались. Так и скажи, не затаклить. Котлеты. Я к ней вышел 18 км и как бы хотел затаклить, но хотел. Она в разгоне была. Не затаклил. Сознайся уже. Она ушла на гейт Табидзу. Что падает, что варпает, да. Все равно не нужна была эта яга. Ахмат Табидзу. Анх, я знаю Ломбокса, а что? Я убил его кореша. И кореш на меня так злится. Зачем ты убил Табидзу его кореша? Табидзу, локал 1, это яга. Ушел из Икатина. Флот, проходим в Энур. А, Валер, и еще, пожалуйста, наш Дест. Флот, проходим в Энур и варпаем это Петсур. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Нео, у тебя сейчас саспект, да? Похрен. Или яга была цена, я не понял это. Я не стал ее поинтить. А-а-а. С той стороны, когда у вас прыгал, блин. В общем, Афикатин, локал трое. Гоняете или уже забили? Мы сейчас варпаем на Табидзур. По приварпу на гейт Табидзур проходим, варпаем на гейт Афикатлин. На гейте Афикатлин мы собираемся, ждем. Фикатлин, локал, хрень, короче, двое, можно заходить. Один из них яга, второй рифтер где-то на поясе забил. Хорошо. Я ушел на вискепе. Лилирим сходить. Нет, Лилирим это хаи. Флот, варпаем на Фикатлин. Бром, помнишь здесь крабящий прокурор? Классный ПВП прокурор. Сегодня тоже был какой-то где-то. Ага, со скрамом. Так, чек. Вискебер. Локал 5, 3 минуса. Ну, значит, они суммонятся. Отлично, поищите их. Минусов. Пойдусь. Какой вообще... Хотя, наверное, все цептер боятся.
далеко. Мне насрать. Не, неправильный прокурер. Это не PvP фит. Это не PvP флот. Да нет, это не PvP фит прокурера, это какой-то отстой. Ну, бывает, не все летают на православном. На скифе лучше фититься в PvP. А, успокойтесь. Флот, проходим в офигатлин. Так, все друзья на станке, сейчас смотрю реакцию на андок. Смотри реакцию на андок, флот варпаем на... А, вискибер. Так, плюс 0. Еще один. Минус в локале. Он от нас вышел. Ага. А, это этот, Яга. Реакции на андок нет. Реакции на андок у них нет, короче. Хорошо, Эрл Грант. Чехни Эрл Грант. Стол. Флот, ждем на гите Вескебер. Валер, я закрываю. Экстра запустить разводного, пусть он. Бил ты крайне. Нет, Лин нет, вон нет. За нами идет из лиги. Так, чек. Орал Грюнт, локал 7. Под скане Ворм. Хераполос. Сейчас посмотрю, если где-то крабит, надо его убить. Круто, Херон. За нами Херон находится. Да, Цинка на Хероне долго живет. Хватит. Смотри, если нас таклит, мы... он под центрями лопается. Если мы, а мы его не будем таклить, он нам нахрен не нужен. Это... А мы его не будем таклить. Он нам вообще не нужен. Мы его так заметим, когда у нас будет такой опыт сына поджечь, помочь. Блин, все, я... Все, успокойся, месте. Все. Я так, Эрл Грант, а по C7 просто пауэрпай, чехни, да, если да, никого да. Нет, то мы летим дальше. Все скорее. Отлично. Так, погодите. Короче, я знаю, делал. Все, я ушел дальше. Хорошо. Полников. В радкасте. Нам тогда сейчас в хаи выходить или нет? А, да, флот, варпаем на гейт Лириарим. А, Бром, Линкани. А, подожди, они уже у меня в минусах. Я не понял, а че это Бром так отреагировал? Мы к друзьям летим? Нет. Насчет офларов по хаям. А, то вряд ли они в этих хаях. Да Канел, да ты можешь чекнуть. Конечно, чекну. Война у вас, да? Сколько вы там уже наубивали? Да мы вообще всех чисто нагибаем, здесь. Короче. Сегодня в там на каракале залетел, почти всех нагнул. Почти. Но... получил. Ребята из Нортвайндов, может присоединимся? Немножко повеселимся? А вы сейчас в Лиририм вышли? Мы в Лиририм. Я догоняю. Мы куда идем? Докуда? Энраэль. Ну, Энраэль конечный, да. Где тормозимся? Мы тормозимся в Дирамитур.
На гетерометур мы останавливаемся. Гетерометур, гетерометур, гетерометур. Гетерометур, гетерометур, гетерометур. Да, дальше не надо. Подождите, гетерометур, там дальше хаи. Да. И глаза, и глаза. А, все. Ну я могу дальше, все там, не? Ты, ну ладно, лети. Тебя не жалко. Да, ты можешь, Нео, ты слетай в подъезд и посмотри там заранее, что там есть и все. А вдруг я умру там? У кого здесь есть спот? Отведите, пожалуйста, на спот. Бурал. Нормально. Да, ну спот нет. Да, но у нас как бы бонусник какой-то с Нео Сноу уже зашли в дирамитур. Они нас палят, давайте найдем их во флоте и праймери сделаем. А, Сион Рус здесь! Ох, блин. Он на Иштаре. Да. Да. Да, он подпирает Эрлендор. Может, его во Фрулигуре затаклись? Вот дамаг-то нету. С пробками еще. Калит. Домой попасть не может. Ладно. Видимо. Так, ты чекни, что творится в Фрулигуре. Ну да. Здесь глаз нет, кстати. Вот сюда можно было бы всех потянуть. Сюда, а тогда бы все равно дирамитуру они увидели бы и бла-бла-бла. Короче, локал Фрулигур. Трое под сканом гайки чистый, ищу. Варпа на... Ух, я забыл. Хе, как он там? А, Храдуку. Разлом? Храдуку, варпа на Храдуку. А, если понял. Там никого нет, то мне нечего искать. Флот, заходим в Дирамитур и варпа на Эрлендур. Флот, летим тревел модом. Собираем в системе Hadrult. Во флоте система. На гете Канура. Там он покурить все у тебя против него отпустишь, ребят. Давай мы быстро чекнем, что там творится. Если нет, то ружно докнемся. Я вообще курить не хочу. Вот и правильно. Флот, летим травл модом. Пугаем эти. Пугаем этих крабов, скажи так. Да. Все, правильно, правильно. Так, вылет 6 августа, среда. Напиши в ответ, нам интересно. Так, локал Ходрольд 15. Я знаю, что это хаи, но здесь просто глаза могут быть, так что смотрите. Флот, летим travel модом. Там гонок берзерков просто. Просто ви. Вы поняли? Конура, я знаю, я знаю. Конура, локал 9. Под сканом гайки чистый, ищу. Крутые ребята, гон берзерков просто разваливают. Нет, смысл в том, что если Иштар попадает под сетку, он умирает. А у Навивексеров там геки. Судя по омнитрекингам у Иштара, он с сентриями. У сентрии просто трекинг ломался, потому что они ставили трекинг спид скрипты. Раз у них трекинг ломался, значит они плохо попадали по... Вексором, у которых
больше ЕХП, чем у Иштаров. Ну в таком фите. Так, чек. Собрано по скане в конуре. На станке 0. То есть весь этот народ где-то есть. Я пошел в Энраэль. Так посмотрим, что там. Да и к тому же Тунга, как бы, ну мы знаем, и Штарон крутой, но Тунга круче, она по-другому. В Клазе, да? Везде, да. Нет. Я нет. Нагинал, я тебе могу соло киллы кинуть. Танк. Кому нужны соло киллы танк? Крабских, тем более. Да. Ну да, крабских с РФ-дизами. Так, чек. А, здесь Сабра, Сабра в Бубле, что-то там, не в Бубле, уже отварпало все. Бубли, локал 7, подскан, полицейская комета, Астера, херня всякая. Но где-то чуваки есть, по-любому. На УД варпай. А, я на свечку варпанул. УД. Конечно. Бил в проварпе очень много. Две Сабры. Комета. Подскан Астера. На конуру в ну, да. Или да, спрятаться. Чек. Сабра и комета кемпят УД. В бублях. Комета стоит. Сабра в инсте. Сабра провалилась в УД. Ну, пройди на другую сторону, чекни, что там. Ок. Блин, ну бублей тут везде до хера, по-любому не будет попадать. Ну на приварпы, на отварпы, хрен знает как. Я имею в виду на УД. Так, УД от нас Сабра, она уже, наверное, расплачивалась и давно улетела, может быть и нет. Так, по КБ пробейте вот этого товарища. Да и там локалка понты, мы их просто зашатаем. Меня интересует его КБ, а не понты, не понты. Хорошо, значит 28, видишь, гейт 28. Варпаешь. Угу. Флот, проходим. И варпам на гейт Энраэль. Комета и векторные виши. Векторные виши на обзорке, комета в бубле. А, посмотри ник. Посмотри ник векторные виши. Айрвольф 09. Посмотри фличат. А, по КБ так, понял. В основном. Векстер подварпал на УД в инсту. Пошел на 28, поздно. Мы варпаем? Слышишь, Снежок? Да-да. Кроу в составе там от 1-2 до 10 человек. Хорошо. Так, Нео, что-то интересное есть? Появилось? Всем привет. Привет. Векстер ушел в этот самый. 28 Сабра, пробка, капсула, подскан. Ищу где. Гейт. Нет, ни хрена не гейт. Мы недалеко, можно даже догнать нас. Нравится. В общем, там Векста проходил в этот. Ну, я ты понял куда. Вы его догнать, пытаться затаклить, но летите быстрее, я сдохну. О. Давай. Хорошо, сейчас. Надо было сразу догонять. Вот, проходим в НРЛ. И варпаем 28. Так. Какой 28? Стой, какой 28? Подожди. Другой, а УД. Разве ты говорил 28? Он в УД проходил, я отварпал в это время на 28. А, хорошо. Что? Она в нуле? Нет, Сабра в 473 километра. Хорошо, стоп, не отварпываем. Кто-то отварпал? Хорошо, варпаем на 28. Конь, ты сказал на УД. Вы сейчас...
Так, куда варпаем? Ю, во флоте собираемся на этом персонаже. В общем, УД уже локал 0, варпай на N9U. Сейчас быстро чекну, наверное. Не надо туда уже бежать. Угу. Сейчас я нравится. Мы сейчас соберемся на снизу снова. Ты возвращаешься в NRL и... Угу. Так. Антик. Блин, что у тебя с голосом? Танго, поправь микрофон. Что-то фигово, блин. Точка во флоте. Варпаем на этого персонажа. Сварпаемся. После выхода из варпа разгон на Конору. Валера, временно убери флаг. Я буду на обзорку варпать. После выхода из варпа алайн на Конору. А, Танго, ты в этой системе можешь подождать нас. Сторонних еще где-то. Круто. Так, варпаю в ноль. Стоп. Я понял, что-то не то получилось. Свечки, сейчас я туда приду. Хорошо, флота Алайн на Конору, да. У нас есть фалька во флоте? Я же не беру во флот фальки. Ну, значит, у них есть фалька. А у них, конечно, есть. Смотрите, я на споте. Я знаю, флот. Мы я сделаем так. Я хотя на споте. Нет, ладно. Флэш, я на споте. Варпаем в ноль на убеза. Ой, чудненько мы уходим в варп. Прекрасно. Все ушли? Да, хорошо. А, в бродкасте Дест, выставляем его. После выхода из варпа варпаем на Конору. Необес, хватит лутать. Все заметит, да? Тем вольфом по 500 на нитке утаскивает. Так вышло, она мне нужна. Кому она не нужна-то? Ты крутой. У меня есть репка, у тебя нету. Тихо. В бродкасте Храдука, это Дест. Сейчас выходим в Конору. После Коноры варпаем на гейт. Хаи дальше по Десту. И авкаем. То есть выходим в хадролд, и можно авкнуть. Духнуться и поавкать? Да, можно духнуться и поавкать, даже так. Я даже разрешаю. Сколько? Сейчас посмотрим. Сколько времени надо, чтобы покурить? 35 минут. Ты куришь? Хорошо, в 20 минут. Ну зачем? Я что, не знаю, сколько люди курят? Вообще-то пора тебе начинать уже, мне кажется. Да ну тебе. Бром, варпаем на хадролд. Душные пацаны курят, между прочим. Нет, курят только слабые. Что ты знаешь о слабости? Я тебе потом расскажу. Нео, это ты специалист в этом. Флот, выходим в хадролд. Это что за подъемки, я не понял. Я ушел слабость проявлять. Выходим в хадрол, докаемся и авкаем до 18:20. 10 минут, окей. До 12.
О, можно на нитку Блин, вы не поверите, но в конуре опять сабры. Она, походу, сука, крапит мои белки. Там сабра, а и комета полицейская. Она, сабра была не в конуре, а в этой. Энраэль. Конура это лол. И она, походу, крапит белки. Ой, ну приди, накажи. Ну, блин, я боюсь, что я один не смогу задамажить сабру. Конечно, она тебя сама задамажит. На самом деле нет. Да. Сабры нет, цепь, когда да. Бывает на раз. Да, если это матарский цепь. Тунга! Тунга! Где? В конуре на андоке, сейчас смотрю, куда отварпывать. Дай скорость. Сука клочная. Ну, как обычно. Пойду-ка я еще раз на нравится. Весело там сегодня, я смотрю. Уже что там Мегатрон, с кем рубится? Уже и Мегатрон пацанам слили. Тенга, опа, Тенга в НРАЭль зашла. Блин. Круто. Я вообще, я думаю... Мы авкаем что... вообще-то. Да блин, ну Тенге-то пофигу. Да, именно. Авкаем, а Тенга нет. Ух ты, Дрейк, Рифтер и Драма. Дрейк 20 км от инсты, кого-то убил. Рифтер 68 км. Хорошо. Система какая? Энрай. А гейт какой? Ну понятно же какой, Конура. Ну, бывает. Драма на подскане, Рифтер и Дрейк в гриде. Соляр Винги. Да.
Где-то я уже сегодня видел. На КБ. Кричу гаечку. Смотрю на реакцию дряки. Тенга на ближнем появился. Что, бонусная, что ли? Бонусная тенга для Дрейка. Скорее всего, та тенга и была бонусной. Это она и есть, имя ее. Найди ее. Жопа есть, найди, чё. А ты так найди. Игра от драмы. О боже, какая ты тупая драма, я в инсте, блин. Сюда надо вернуться и чуваков наказать. Особенно Дрейк. Пусть они пока поохлаждаются. И драму. Пусть они пока что там помечтают. Я пока за чаем схожу. Да, вот ты пока чай сделаешь, чай, они пока... Это нормально, а то покурить, да покурить. Да. Чай, кофе. Чай, правильно. Угу. Чё-чё? Не раз слышал, что сказали. Главное, чтобы чай был правильный. Блин. Ну. Как же по-другому? Главное правильно заварить чай. Я понял, понял. Подожди, а у нас же. Чтобы ложка стояла. У нас же это. Кот Бергемот не во флоте. Нет, нас... кот только подслушивает. Слушай, да, он. Я так и понял. Кот, тебя еле слышно. Сделай что-нибудь с микрофоном. Это потому, что у меня был микрофон поднят вверх. Я говорю, тут багрест убиваю. Некогда. Ты зашел похвастаться, что ты крабишь? Да, я опять заработал миллиард. Я понял. Пора уже, короче, в Карпен вводить налог на мордусов 30% на заработке. Налог на кота. Налог на кота. А, Танго, ты где сейчас? Танго? Во, кот, не летишь на ПВП вылет, ловишь мордуса, с тебя 100 лямов на корп счет, начинай. Так, кто-то еще прошел в НРАЭР? Блин, я не увидел, кто, зараза, кто ходил за чаем вроде. А че хотел? Что? Не понял, просто. Я думал, провести тебе или нет, там ло одна интересная. Там чисто на КВД. Танго, у тебя да, да. Микрофон ловит. Чек, чек. Иштар подсканет в конуре, Иштар заходит в НРАЭЛ. Походу зашел в НРАЭЛ. За так лишь? А хрен. Ага, там еще драма, Дрейк, Вихтер. Ну это херня, конечно, так в Иштар. Ну нет. Точки, кто готов? А хрен, Иштар где-то здесь, походу, крабит. Секунд. Иштар не крабит. Хорошо, андокаемся. Сигнатур тоже не ранчик. Андокаемся, варпаем на гейт Канора. Иштар все-таки, походу, в НРАЭЛ нашел. У нас, по-моему, не все точки поставили. Ну ладно. Все, я посчитал. Все 9 точек. Вот а ты теперь 10. Ты теперь за эстегал ставишь точки? Ага. А эстегал не поставил точку. И главное, что он за бонусника точку поставил. Сам за себя ему. Когда зайдете в НРАЭЛ, я прохожу... Ой, когда зайдете в КНРУ, я захожу в НРАЭЛ сразу. Когда будете варпать, если они начнут разварпаться, я так же первого попадаюсь. Проходит, да, Станур? Да подождите, подождите.
Флот, проходим в Канару, варпаем на Энраэль. Тоже умрали. Нету их уже. Ладно, поварпаю по обзоркам. Рифтер только здесь на обзорке висит. Может мне на него натопить, типа я хочу убить и придут ЧПДЛ? Ну, может быть, давай. Блин, ну был же... А, во, Иштар в бубле. Так ли? Возможно, сдохну, но буду таклить. Окей, он топит, сука. Топит Гаки Юде. Может мне с Юде лучше его попробовать поймать? Давай с Юде. Он отварпает. Ну факт. Пройди в Юде. Топлю на Юде. Он топит хорошо, если в клоз заберусь, он меня отметит просто и все. Нео, подопри здесь. Я сейчас подопру, успокойся. Не лезь в клоз к нему и все. Ну так а он на МВД, то мне же надо его как-то убить, МВД. Все. Я зашел в УД? Да. С него командуй флотом. Секунду, главное подождать. Подпирай, так. Да? Подпирай. Он прошел? Да, прошел. Так. Секунду. Я хотел перехватить. Секунду. Флот, проходим в Энраэль. Давайте быстрее. Проходим, флот, проходим. Что потом? Потом... Точка во флоте. Варпаем на 100. В 100 варпаем. Он вставливается с него, сейчас к тебе пройдет. Круто. Пусть проходит. Меня не агрится. Пусть проходит. Хорошо иметь длинный поинт. Блин, ну зараза, надо его отсюда выдавить. Что-то он никак туда не хочет проходить. Не хочет. Ну пусть. Флот, переварпываем на УД. Он прошел. Хорошо, переварпываем на УД в 50. Переварпываем на УД в 50. Что с крам с него? Он топит. Ну, ты его поймаешь. Угу. Он опять топит. Ну, а тут я. Что с крам? Это что было, собственно? Как он ушел? А ты видел, он сразу ушел? Вот так, флот, варпаем на Канору. Он не на выходную гаечку ушел? Он на Канору ушел. Ну так он в бублях сейчас будет. Да. Он варпнул сюда и оказался в бублях. Он про бублях, да, походу, знает. Ну, я думаю, он знает. Нео, подцепите его уже, да еще. Я, да, в игре в УД стою. Флот, варпаем на Канору. А как он так быстро ушел? Не знаю, здесь я его успел залочить, поиздеваться над ним. Нет, он по деклоку сразу шел. Разгон клока, нет? Так, он нет. Будет. Вот он. Он в нуле бубля или? Он на Каноре стоит. А. Хорошо. Я топлю, дай. Надо, чтобы делал кто-нибудь там. Флот. Флот, стапливаемся на... В Каноре центре, Точно, бля, надо, чтобы кто-то из нас в Каноре так. Флот, стапливаемся на инсту Канора. Смотри, куда отварпает в Каноре. Прошел, бля. Я понял. Не, Обес, ты любишь пятишки писать? Вот можешь написать расклок с помощью дронов. Что, дронами запрещено, что ли, расклочить? Да. Все, он ушел на станку. Забейте. В смысле, на гайке дронов рассеивать нельзя? Или ну вот то, что сейчас мы видим. Вот так делать нельзя. Это запрещено. Эксплойт.
А давно это использовали? Типа разведывательный уже, дрон. Да, уже достаточно давно. Да, было письмо, что раскладывать с помощью разбрасывания немеренного количества Т-1 дрона запрещено. Только Т-2 разбрасывать. Ну, короче, вы поняли. Вы поняли. То есть можно выпускать дронов и лететь просто? Ларов пятишку писать? Какую вагонную. Ребят, а Тенгата где-то же есть, посмотрите по скану. Ты посмотри название, это не своя случайно, флот? Нет, ОР-1. Это же не твоя случайно? Нет. О. Где-то она есть. Да, бывает. На площадь. А, флот, выходим в Конору. Эх. Яйцо на обзорке. Выходим в Конору, варпаем на Gate Hard World. Новый ДС Браткасте. Браткаст повторил. Обратно летим. Да? Ловить хит на нас. А докуда идем? Долоу. Фролигур. Хотя нет. Летим тревел модом. Конечную систему. Давайте travel модом, я если что вам сообщу, если что попутать. Да-да, в браткасте. Летим travel модом, собираем в системе Лирерим. Во флоте. Блин, так у нас есть собра. Да, я тоже вспомнил только после того, как прошли. Блин, можно было сразу бабл ап и... Ай, до свидания, Ичтар. Во фракции, наверное, есть был. Даже дрон фракционный. Флюригур, локал двое. Ну, короче, херня всякая. Эх, еще 10 дней и будет перфектная клеймора. Хорошо, хоть не перфектный мазера, вот. Ну, мазера вот не перфектный, но есть. Нет, он нам пока не нужен. Да шучу, шучу. Проследите за Sacrilege. Sacrilege едет на автопилоте к Зерамитур. Возможно, она пойдет по нашему десту в лоу, а там мы ее... Ну, вы поняли. Уже проходит в Зерамитур? Ну, она на автопилоте, по-моему, топит, я уже ушел. Зерамитур-то хаи.
Там вообще под Эсту не пойдет, я просто предполагаю. А, кстати, возможно, возможно. Видишь, она тут, туда, она тут? А, нет. Так, нет. Она не под Эсту. Хотя... Да те времена уже прошли. Не будет ничего. Не прошли те времена, нет. Да, времена прошли. Уже орок нету. Есть. А где ты видел? Я уже 100 лет не видел. Да, видел. Я видел. Уже сегодня видели. Да. В тайме, что ли? Нет. А где? Ой, да где их только нет. Особенно по импе, блин. Да, все-таки прошли те времена, когда... Почему симпа? И в лоу. Так, чек, чек. Фикатин. Локал 1 это капсула, ушел на вискебер. Спасибо. А, отлично. Почему симпа? Я имею в виду, когда тир 3 грузились в орку. А-а-а. Теперь не грузится, да? Т-3 да их грузится. Просто... Да их просто нет сейчас почему-то, не стало. Потому что запретили, короче, орку пропихивать в эти самые, в дед-комплекс. Ну вот мы сокрали. Да ни при чем есть дед-комплекс. Там было как? Т-3 стоят, кемпят на хайовой гайке в лоу. Рядом висит орка абсолютно белая. Эти, естественно, все желто-красные. Когда их все дрючат, они скидывают шипы в орку. Орка беленькая вываливается в хайсек. А они на яйцах быстро разварпываются. Блин. Че, не видели ни разу? Чек, чек. Вискебер, локал трое, на подскане скиф. Ищу. Будем убивать? Да нет. То есть мне его не понять, окей. А хотя, посмотри, может быть, разводной. Может быть, здесь есть один чувак, мой минус. Бьем скифа, пожалуйста. Блин, он свалил. Вот сука. Не ругайся, успокойся. Ты, видимо, неправильно чай заварил, раз агрессивный такой. Нет, все-таки мы туда слетаем. Новый ДС Бродкасте. Флот, проходим в Офикотлин и варпаем на гейт Вискебер. Собираемся на гейте Вискебер в системе Офикотлин. Трушный ДС чё? ДС Бродкасте для слоупоков. Еще раз Бродкасте. Слоупоки! Все уже увидели, чего вы паритесь? Ну а вдруг? Колдарский лоу. Там есть одна система, она светится. Я хочу туда заглянуть. Заглянь. Ну а если там нам не дадут, то не знаю, где нам дают. Дадут. Да, есть системы и получше. В общем, вискибер, ни хрена нет. Пошел на ораль грунт. И дальше падает. Все. Прекрати материться, пожалуйста. Хорошо, вискибер ни хрена нет. Погоди, мне же надо на метабер идти. Ораль грунт чекать с него или уже не нужно? А, не надо. Поздно. Варп спрак прыгаем, всех тручу. Control Space. Control Space для... Space. В общем, Control Space не для нас. Флот, проходим в СКБР, поджимаем АТБР. Нео, или мне чекнуть? Я варпаю, не надо. Сегодня в Рансере копала копалка. Я чуть не охренел.
Конечно, умерла, но в рансере копать. Блин, что происходит с Евой? А сейчас все уже же. Рансер не такой. Рансер уже не торт. Так, кстати, мы... Бокал 6, скан чистый ищу. Кстати, мы были в рансере только для самых маленьких, вот, фурлигур. Рансер для самых маленьких? Да. Настолько-то там. Там очень маленькие хай за ними. Соломенные вещи на подскане. Дрейк на подскане. Мантикора на подскане. Все ищу. Все тот же Дрейк. Нет, Дрейк с русским именем. Походу они все на Андокистан. Ну, в принципе, можно кого-нибудь запустить. Все, Вольф. Например. Хорошо. Флот, проходим, Матервер. Погоди, да, может он не на доке, я же еще не успел. Это только подскан. Ну все, понятно, Дрейк уже не дал. Варпаем на Фейдж. Томми на Вишу докнулся. Круто. С него что-то вылетел. Блин, варпаем на Фейдж. Котлеты. Какие котлеты? Ты чай делал? С Дрейка вылилась соль, но вылетели котлеты. Дрейк крадил билты. И сейчас зашли, его вспугнули. Могли получить изи-килл, то, что мы так любим. Я не люблю изи-киллы. Все любят изи-киллы. Нет, я люблю зарубы. Интересные изи-киллы зарубы. Я Вольф любит изи-киллы. Да все вообще любит киллы с переблобом. Это же нормально, нет? Не надо тут. Блин, Валер, ты какие-то вирусные ссылки линкуешь? У меня доктор Веб сказал, что не хочет ее открывать. Хотел вирус мне послать, да? Блин, бокал двое, подскан чистый. Хорошо, флот, проходим во фейдж, варпаем на пускунами. Успел отбить варп. Хрена себе. Это кто тут карго-конты кидает? Тот, кто хочет, чтобы нас спалили. Кто карго скидывает? Дорогу помечает. Да-да-да, такое ощущение. Мы здесь. А варпаем на фаску, наверное. Фаску, локал 4, подскан чистый. Дай до солнышка хотя бы доварпаю. Не говори всем, заходим, покер, варпаем. Флот, по приварпу фусковый НН не проходим. Прокурер, орка. Там айсбелт есть. Отлично. На айсбелт и орку цепляюсь. А она прям на айсбелте стоит. На посе и котлеты вообще. Ну, айсбелт? А на айсбелте вообще походу никого, потому что он у меня вне рейнджа подскана. А варп это не тяжело? А зачем, если он вне рейнджа подскана, а прокурор все равно, ну ты понял. Ну. Понимаешь, кроме прокурора может быть еще другой прокурор, который тоже на айсбелте. Рассылка, и на вас прыгнут гуны. Хорошо. Да! А еще мы в этой системе, я помню, слили Аразу с цинкой. Зажгла цинку, и потом поняла, что это не поможет. Нет, она зажгла цинку, мол, это спугнет нас. Но не тут. Помню. Да. Нет, там никого нет. Я ушел на Уемон.
Хотим пост разберем. Может, он без обвеса и орку угоним и продадим. Давай, флот, проходим Фускунен. Сейчас будем варпать на пост. Себе вообще. Думаете, там что там нету топлика, что ли? Да, вдруг нету. А флот, варпаем на Уимон. Флот, варпаем на Уимон. Варпаем на Уимон. Уимон, локал. Локал 4, подскан чистый ищу. Ой, лед такой красивый. После этого я пью чай какой-то непонятный, да? Да, я вообще люблю чай попить разный. У меня дома больше 10 сортов чая. Ты о чем? Ну ты сказал, лед такой красивый. Нет, ну правда красивый. Флот, варпаем на Уимон. Только Уимон, теперь короче. В майнеры не подайся. Нет, не буду. Лёд, такой лед только в этой системе. Здесь будешь жить такой. Да. А раза есть, цинка есть. В общем, Уимон мимоходом, я пошел дальше. А, там ничего интересного? Флот, проходим в Уимон по приварпу. Проходим в Уимон. Нет ничего. О, варпаем на Тасселло. Тасселло, под скан капсулу откал 5 капсул? Понял. Так ли, Найтхагуру? Флот, варпаем на Тасселло. Найтхагуру, я не знаю. Подожди. А, в следующей системе, по-моему. Да, так, в следующей. Чек. Легион на подскане? О. Флот, варпаем на Тасселло, прижимаем. Легион в инсте Аккио. Захожу в Аккио, типа я мимо кассы. Пошел легион белый. Легион провалился в Аккио. Смотрю, куда отлапывает. Протеус 14 километров. Цино прошел в Уим. Ну вот, где я до этого был. В Тасселло. А, этот хрень не расколачивается. Он белый был, да? Они все белые, но нам покер. Ну правильно, сейчас будет покер. А, ну может он уже отварпал. Легион с этой стороны так и не расплачивался. Хорошо. Есть, легион расплачивался. Здесь про то мне зацепились. Подожди, бал. Я хочу бал. Сия, пройди в систему варпай и варпай на Акио. Добрый там. Спасибо. Стоп. Ладно. Варпать или нет? Флот, проходим. Проходим. Пусть считает, что ему сегодня повезло. Так, куда ушел Лего? Лего ушел, он был клочный, в Аккио и все. Я ушел в Тасте. Хорошо, флот, варпаем на Тасте. Я видел здесь бал в Тасселе. На Посе? Нет. Не знаю, по системе варпал туда-сюда не видел никакого балла. Ну и бал бы меня отметил нахер. Просто. Кстати, у балла, по-моему, нет бонуса на рейндж, да? Ну на все бонус. На рейндж, на титан, на бонуса от титана, на бхалгорн бонуса. Ха-ха-ха. А, я о другом. У него есть бонус на сетке, но на рейндж нейтриков, по-моему, нет. Есть. Бонуса. У него он и так 24. Есть, по-моему, за каждое это. Нет. Это у Армаги. А, да? В общем, Тасти, локал один, хрен знает где он, и я ушел дальше. Хорошо. А, Балгорн в Акио. Сейчас ищу. Он тебя высушит. Меня высушит? 64 километра. Пойнт. Вернуться в Аккио не нужно?
Да, вернись, флот, варпаем на Акио в ноль. Там есть еще персонаж по Теус. Теус цена 1? Не, про Еус. А цена 1, он прошел к нам и спалил нас. Вот сделал с вами. Спатил. Так, у Бала я фитил ЕФТ, там около 700 КЕХП. Да мы напишем, пусть выпрыгивает, если не выпрыгнет, значит мы его подним. Вот и все, что-то. А, Севоль со снегом в чате, как же круто. Красная. С каким снегом? В каком часе? Ну, снежок. Вот, видишь, в Халгорне такая звездочка. Класс. И еще. После этого они называются отрушенным ПВП. Ты вообще, ну, походу. Ты вообще чем? Покай. Все предметы слушай. Так пишутся, если ты не в курсе. Слушай-ка, так это можно отключить, ну ладно. Слушай, так. А он не крабит случайно? О, нет, он на пятой станке, 5-6 танка. Одна станка. Так, один красненький зашел. Найди его. Он минус, короче, мне просто и все. Хорошо. Он мне отойдет по тандоку, все. Кто владеет хорошо КБ? Помогите. Владение по КБ, да? Паст. Уже три красненьких. Галгорн с ними, все ясно, они нас ждут. Клава на подскане, Империал на весь Лисер и Полис Сюркюцомет и Вольф. Какие-то малыши. Ну да, какие-то отстанем вообще. Их только Вольф опасен. Я им не пишу, что они отстают, погоди. Вольф лочит мою тангу. Какая печаль. Печаль, печаль. А Нео Варпингейт это Сэлла. Комета. А, они ушли, блин. Да? Все, да, все. Не успел. Вольф к нам прошел. Клава. Бейте его. Да. Все тварпали. А где Болгор? И они мимо пролетали. Ну не хочу. Скимитар. О. Ну вон, я залинковал. То есть они решили вообще круто все сделать? Да. Не сразу своих персов так и назвали. Да, это важно. Дух перепутаешь, да? Блин. Скимитар. Подождите, Карл. Да обожди ты. Ты его хочешь развести на агру? Нет, я не хочу его развести на агру. Я хочу его развести на варп, не знаю куда. Штар на подскане. Твой? Не твой. БП 3208. Ищу. Штар на гайке отосел. И штар сейчас к вам пройдет. Штар, возможно, убивает тангу. На гайку отосел, сейчас скажу. Какую тангу убивает? Ты чем? Ты посмотри, одна он не убивает эту тангу. Она в клойке на споте. Штар к вам прошел? Это мейлон или нет? Он белый, нет. Нет, он к вам не прошел. Снова дай мамонту флот, пожалуйста. Мамонт сам может зайти во флот. По-моему, нет.
Да, Легион, давайте убьем Легион. Чек, Снио, Снио, Иштар, да. Иштар, быстрее, Иштар 6-2, Белл 6-2, Белл 6-2. Здесь все 6-2, хорошо. Варпы. Я тоже варпы. Бонуса дай. Вот килл, хим. Хрен! Алинки апнул, а логи как, скочился? Да. Иштар перед гайкой стоит. Иштар перед гайкой стоит. Уже прошел. Нам? Да. Так давайте его зажупим, ёпта, он же тонкий. Он белый. Ты что? Бля, мы что, на крузаках, то есть? Да, давайте. На фригах, что ли? Иштар праймари, Иштар праймари. 10 раз его спиливали. Да ревартный. Иштар праймари. Ты его затаклил или где? Или где? Или где? А у нас у кого-нибудь есть поинт? У меня есть. Супер, да? То ли стаклись. Он стапливается. Угу. Отлично. Вы сагрились, нет? Нет, он стапливается. Смотри, Сиа, если ты на него первый сагришься, я смогу его запомнить, какое-то время продержать и ревартнуть, потому что центрики, по-моему, на первого агрится, да, я правильно помню? Угу. Бла-бла-бла. Он еле-еле ползет. Пешни, что ли? Да его уже, блин, шлепает кто-то. Антик, ты на него сагрился, нет? Кондор. Да, Антик уже сагрился. Антик, отварпай. Нас плюс один локал. Пошел, ну, да? Давайте его добьем. Подожди, он не сагрился еще. Антик, отварпай, Антик, отварпай. Хорошо. А, еще, да. Чего там? Ну как же, подождите. Стопились, дронов собрали, стопились, вон сто. Конечно, говно. Они мимо вас. Иштар ушел на станку, они все там прошли. Давайте с той стороны половину. Отлично. Отличный план. Нет, либо ты троллишь, либо ты на самом деле так говоришь. Они все здесь. Не, они... я говорю, на самом деле отличный. Они план. Уже отварпывают на гайку. Дифрау. Иди за ними. Нет. Да, был нубас, но как ты его удержишь, собственно? Тенга. У нас один поинт. Чек, один из них ушел не туда, один из них снил. Можешь сниж, снил, можешь чекнуть первую планету Акер? Первую, хорошо. Варпай на первую. Бэк туда ушла. Ага. Ложка первая планета, первая планета. Да, она у меня. Сейчас будет поинт. Делай поинт. Да. Топлю. На первой я планете, да? Нет, на меня переварты. Сейчас, секунду, сейчас. Секунду? Она далеко пиздец. Сотка варпала. Алинкяп. Блять, это варпала, сука. Вообще Гайку. Круто. Она в сатен вышла, я сжёгся, но извините. Всегда. Ну, хорошо. Золотые слова. Там не удивлен, действительно. Ты кто там пищал? Ладно, у нас есть Дес Мисо, и там количество киллов до сих пор растет. Флот. Варпаем. Это бунт. Клочный. Флот, варпаем на гейтасте Нео. Быстрее. Прощаюсь. О, а здесь ЕОА же в Акио. Может чекнуть, не надо? Нет. Я бы вот не спугал. Нет, Антик. Он хоть и нубас, но... счастливчик. Центрики на его стороне. Отсутствие поинтов. Отсутствие поинтов на его стороне. Этот киллборд повисло. Ау. А я вступил на... Ортхус, Ортхус на подскане, вот осела, я уже вышел, ну ладно, окей. Ортхус. В Акио, вообще-то. Вообще-то, ну да. Его видишь? Ортхус, да.
сетка. Ортрус. Это фрегатик такой. Ой, груз такой. Мордовский. Я бы его во фракцию скипил, если бы это был мой груз. У тебя его нет, знаешь почему? Потому что я его ищу во фракцию. Потому что у тебя нету денег. Тасти, локал двое, подскан чистый, варпаю дальше. Рит чистый. Хорошо. Локал какой был? Два. Тасти? Два. Прекрасно. Подскани кори сканер проби. Чудесно. Покажу места. Антик. А! Да. Локал 60. Охренеть, смотрите, кто тут летает. Скажи просто, ты в кем попал или нет? Пока нет. Локал 68, не саспектов, человек 7 из локала, может быть 8. Замечательно. Остальные все саспекты. Найди. Дичи. Это все дичи, они явно... Ну, это все дичи, все саспекты дичи. Они там пилят что-то. Найди. Ну, весь человек поднялся, уже 60 человек водит. Флотик хороший. Я чувствую зависть. Ну ладно. Это Саня водит? Ну, Саня Кринг здесь. Охереть. А кто сказал, что обязательно он водит? Так они там на рестарах, да? Не знаю, на чем они, пока подскан чистый. Я варпаю на Акара. Ну, я не буду на Акара варпать, но... Ну его нахер. Ну, бывает. Так, Локи на подскане. В общем, нам здесь не дадут, мне кажется. Нам здесь не дадут. Локи искать. Ну нет, мы, нам дадут, но мы потом на них сходим. Нео, это дичи. Так, то есть они хреновые, окей. Да там, там блок будет 500 сил, что ты. Короче, пока вы там занимаетесь фигней, я вот реально ПВП занимаюсь. А? С кем? А вот, посмотрите. Там. Поздравляю. В хаях. Вот Тристан. Походу они все. Походу они все на станке снял. Потому что провар. Обидно. Ладно, возвращаемся так. Подожди, я в Акору зайду, как возвращаемся. Там уже скучно, неинтересно. А раз дичи в мясу, значит их БДПЛФ нет. Значит, возвращаемся в Акио. В браткасте Акио. Это предпоследний дест. Хотя нет, пред последний. Хорошо, хоть так, хорошо. Да, неплохо, хоть что-то. Нео, в Акио надо найти Ортрус. Флот, переварпываем на гейт Акио. Я не умру под Ортрусом. А все зависит от тебя. Если он вайтовый, то ты умрешь очень быстро. Все в твоих руках. Ладно, ты просто найди его, а затаклю я. Мне кажется, надо было того Галгона прям на андоке развалить и все. Супер, да, белый бал. С нашим ДПСом. Круто. Без логистов. Реварпан. Да. Что? Реварпами. Что теперь центрики агрится каждый раз, когда ты начинаешь заново агриться? Сори. Да. Что, не правда? Нет, на самом деле, если ты возвращаешься на то же место, реварпаешь, то там какая-то странная игра, и они все равно агрятся на тебя. Если ты возвращаешься не на то же место, а в 10 километров на гайд, там, по-моему. Короче, они не переагриваются, скажем так. В общем, забей, все равно мы не танканем. Блин,
говорит, слушай, это... У нас проход. Свой проход. Ну, Галгор на подскане, Ортхуса уже нет. А может, все-таки в ЕОА я загляну, так, глазком один. Загляни. Пальцы засуну, я сбегу. Загляни одним глазком. А. Страшно, конечно. Еще проход у нас. Боюсь. Свой. Хорошо, флот, проходим в Акио и варпаем на гейт ту Дифраун. ЕОА, локал двое, подскан чистый. На каком могут стоять? На ТДМ или на УБХ? Нео. Дест, браткасте, Нео. Лети по Десту. Они... ЕОА никогда не кемпят. Вообще там никто не летает почти. Вот, варпаем на Акио. Ой, на Туди Фраун. Новый Дес Бродкасте. Новый Дес Бродкасте. А Сау, ты с нами? Саурон, раз-раз. Печально, печально. А сколько кто в ТС, а мало кто во флоте. Да. Подслушивают. Ну, да. Аж разбегаются люди. Флот, проходим в Туди Фраун. Мамонт, почему ты не сказала, что ты в Туди Фраун? Ну, может, не гонял. Флот, проходим в Туди Фраун, да, привет. Простите меня. Это кто был? Это что было? У мамочки интернет хороший опять. А, флот, варпаем на Евате. Что, вы отвыкли от моего голоса? От твоего интернета. У тебя микрофон лагает. Я впервые услышал твой настоящий голос, и это страшно. Ладно, я буду молчать. Так, тут Евате локал один, и подскан чистый, Арнхер. Арнхер, да. Флот по касанию проходим в Евате и варпаем на Арнхер. Мамонт, сильно переживать не будем. Мы просто тебя отбампаем за грид и все. Арнхер, локал двое, подскан Вентура. Флот, варпаем на Арнхер. Ловите. По касанию проходим. Я не хочу ловить Вентуру. Запили Вентуру вообще, запили. Не буду ее ловить. Ну, Латуру. Во как, я знаю, вот так вот. Не запилишь. Я знаю, в Хадазека что-то есть. Я чувствую, это флот. Проходим в Арнхер и варпаем на Евате. Гмар вроде тут, не? Евате. Так, чек. Локал Эгмар, да. Один. Локал плюс один, откуда проход не вижу. Может, свой проход? Нет. Но уже не важно, там все равно все это... СС нормально. Так, Эгмар, локал... Локал 8. Чу. Флот, варпаем на Эгмар в ноль. Торекс, Блэкбёрд, это наши старые друзья. Они куда-то старые? Походу... Это недавно они пролетели на двух, да. Торексах и ББХе. Надо их распилить. Круто, найди их. Ну, они либо ушли на... либо докнулись. Иди в Арафролд. Да, они походу либо Арафролд,
Либо Гильмарагор. Мама, то если я тебе дам Ашиму, будешь в мою честь убивать? Только надо, только когда ты будешь кого-то сливать, надо еще в локал писать, линковать мой ник и писать... Жертву. Да, жертву. Во славу Снеоснову. Я приношу эту жертву во имя Снеоснову. Да, и вообще, не забудь назвать шип именно твоим именем, да? Чек, они ушли не в Орфрольд. Где там рядом еще? Гюльмарагор. Хорошо, да? Флот, проходим в Эгмар и варпаем на Орфрольд. А шип должен называться типа адепт или последователь, что-то Гати, такое. А вот. Зачем вам варпать на Орфрольд, если здесь локал один? Ну, потому что это по Десту. Я схожу в Гюльмарагор, вы можете пройти. Я раньше. Ну, у нас, типа, заруба намечается в Ходосека, люди уже сказали, что подождут нас, не? Цинабал, Каракал, Церба, Джила. Подскан от Вексерной Вишу. Подскан от Гайки Гюльмарагод. Спасибо. Ну, вы круто. Вы мстите, Гюльмарагод. Красный Церберус проходит в Гюльмарагод. Я захожу за ним в Гюльмарагод. Ловлю Церберус в Гюльмарагод. Фу. Ну, вы... хорошо. Флот варпаем на Гюльмарагод. Пока будем варпать, он умрет. Ну, печально. Стабер красный пришел и сейчас пройдет к вам в Гмар. Локал здесь есть. Скани всякая хрень. Вот, варпаем на Гумарагод. Бредкасть. Циклон, Локи, Каракал, Стабер красный к вам прошел. Отлично. В гриде белый хорошо. Локи. Белый белый циклон и каракал. Отварпывают. Блин, а где этот хрен, который красный был? Я уж жду. Ну, подожди. Опа. Ну. Не проявлялся, блин. Ну, бывает. У нас циклон на подскане и локи. Два прошли. Стабер красный к вам уже проходил. Стабер уже отварпал. Блин. Антик, пройди. Все, я не знаю, где Церба, короче, походу, либо она не провалилась, либо она отварпала. Ну, как она могла так быстро? Здесь ну, был. Как Иштар. Сау, ты с нами, нет? Сау, Сау, Сау. Антик, стопись. А ладно, ну, по Десту. Блин, да вон, стой! Твоя Шиму в Арволе. Флот, проходим в... Ой, Антик, проходим в Эгмар. Флот, варпаем на... Арфролда. Что такое безрукий церковь? Да сам поражаюсь. Куклон и Локи. Давайте поймаем их и убьем. Отлично. Если ты сможешь затаклить клочный Локи... Он не клочный, я... раз он на подскане. Ну, как бы он клочный был, когда отварпывал. Локи на андоке. Так, это же опять эти двойные. Понятно. Здесь воюют. Флот, проходим Варфролд. Варфролд локал один, и он здесь был, и где останки, не буду искать. Антик, я тебе рассказывал, я уже все...